независимой Украине, которая защищает нас от нас самих, которые постоянно обстреливают города, мы их защищаем. А сегодня что было? Сегодня ответ на их перемирие, которое они не соблюдают. Также продолжают обстреливать города. Всем привет. Эти называют украинцы. Они вот к ним пришли, они к нам пришли. И они за это пожалеют. Пусть свою землю оставлять не собираемся. Это наша земля. Я здесь родился, я здесь лет. Я здесь не дети. Так будет в каждом, пусть нам приходит. Поделись все равно будет за нас. Правда, с нами Бог. Я ведьма, командую гаубицами. Работаем по Укропскому скоплению техники на блокпосту. Бронетехника, живая сила. Опять сконцентрировались, сейчас будем отрабатывать. Работаем с Д-30. Забрались, возможно, в безопасный район, подальше от жилых массивов, от гражданских людей, чтобы по нам, если прилетать начнет, не задело гражданских. С каких орудий будут стрелять? Д-30, 122 мм, две гаубицы, огневой взвод. Убей не по нам, убей. Да, мы даем ответный удар. Хватит. Первая бригада у нас готова. Подаем призрак. Бригада посылки уже готовы. Сейчас почта на Новороссию будет отправлять. Банца! Главпочтамт Новороссии начинает отправку своих писем. О, сейчас начнется. Почтам подработал. Скажите, товарищ комбат, как ваше впечатление? Отлично. Как отработали ребята? Отлично отработали. Все, спасибо вам большое, товарищ Крым, товарищ Крым. Скажите, как отработали ваши парни? Все свободны. Все, понял. Все, давайте, ребята.